на дамба выше реки, где я ловлю живца. Время уже 10 час. Три поклевочки высмотрел, но ни одна не реализовала. Одну тащил, сошла, разрезала руку. Но сошла в самое лучшее. Ну еще поклевочку. Может, поклюнет. Ряжник. Тут же он жерлицы. Выстрел в корягах. Тут до глаз надо. Если плюнет, сразу заведет в корягу. Там поклевка была. Была тоже поклевочка, но так и реализовать не смог ни одной. Тут мужик поймал двух, выставил там возле русла, выставил двух, поймал таких относительно сантиметров 35-40 где-то, ну до килограмма. Какая красота. Там тоже ловят. Мужики что-то бегали там. Не знаю, поймали, не поймали. Ну и вот такая рыбалка. Вот пока ловлю еще окуня попутно. Опарыш сдернулся. Так я не смотрел. Понял, ловлю на холоде. Тоже, тоже кто-то сдернул. Ну, попробую половить. Еще может сорожка окунь поклюет, неизвестно. Сработочка. Выкрутит. Сейчас поставим поближе. Привет. Пошла, падла. Пошла. Ай, где? Хороша была. Фу. Пальцы врезала. Ух ты, блин. Сошла. Ладно. Сошла. Сошла хорошая, блядь, аж пальцы порезал. Наверное. Блять, за коряжину еще зацепил.
Где у тебя сработка? Отлично. Ну все равно. Пошла, друзья, хорошая. Поспешил. Ну что, есть? Ну что, друзья, вот я и закончил свою рыбалку. Было 3 поклевки. Одну тащил и 2, получается, холостые. Просто покусала живца и все. Одну захлестнула на катушку леску. И щука ушла, не стала дальше заглатывать. Вот такие дела. В следующий раз, возможно, поеду за хайузом. Возможно, опять же, за щукой. Но уже на другой пруд. Всем пока. Спасибо, кто смотрел.